Грибы могут вызывать ветер. Все дело в водяном паре, который они умеют выделять. Он охлаждает воздух, и получается микроветерок, который разносит грибные споры. Всем привет! Меня зовут Улзыто, и это прогноз погоды на АТВ. О том, что ждет жителей Бурятии в воскресенье 12 марта, смотрите прямо сейчас. Как сообщает гидрометцентр, по северным районам пасмурно. Днем потепление до минус 4, а ночью по-прежнему минус 21. Ветер стих. Его скорость 6 метров в секунду. В южных районах облачно, с потеплением. Днем температура воздуха поднимется до плюс 2 градусов, а ночью останется в пределах минус 15. Порывы ветра до 10 метров в секунду. В Улан-Удэ облачно. Днем потеплеет до минус 2, а ночью стабильные минус 16. Порывы ветра до 5 метров в секунду. С вами был Улзыто. До новых встреч! Улан-Удэнский ЛВРЗ приглашает на работу слесаря по ремонту подвижного состава, слесаря-электрика по ремонту электрооборудования, токаря, маляра, дефектоскописта, рабочего литейного производства. Опыт работы не требуется, обучим каждого. Компенсация авиа и железнодорожного проезда, санаторно-курортное лечение работников и членов их семей, отдых детей в детских лагерях. Адрес: проходная ЛВРЗ, улица Лимонова, 2Б.